Во многих жилых домах города и края уже появилось долгожданное тепло. Для нас, потребителей, важен результат – то, что тепло есть. А о том, кто за этим стоит, мы задумываемся редко. Например, на балансе Красноярской магистрали находится более 200 объектов тепло- и водоснабжения, среди которых скважины, насосные станции, водозаборы, а также котельные и электробойлерные. Одним словом, огромное хозяйство, которое нужно было подготовить к бесперебойной подаче тепла. За те дома, которые обслуживают железнодорожники, можно быть спокойными. Все объекты теплоснабжения Красноярской железной дороги готовы к новому отопительному сезону. Это десятки котельных, которые дают тепло и горячую воду одновременно и железнодорожным предприятиям, и населению многих городов и поселков края. Везде, где проходит магистраль. Одних только жилых домов обеспечено теплом и водой около 500. У нас есть договорные обязательства перед нашими абонентами, по которым мы должны поставлять своевременно и в четких объемах теплоэнергии. Поэтому это сорвать нельзя. Договорные обязательства должны выполняться. В том числе нашими абонентами являются и больницы, и школы, и детские садики, и все объекты социальные. Гарантировать бесперебойные коммунальные услуги непросто. Без модернизации оборудования здесь не обойтись. Современные эффективные теплообменники с энергосберегающим насосным оборудованием установлены в котельных на станциях Иланская и Боготол. Не страшны коммуникациям и суровые сибирские морозы и в краевом центре, и на самой дальней станции. За лето Красноярская железная дорога провела и текущий, и капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений. Кстати, практически не останавливая своих котельных. На многих маленьких станциях от наших котельных зависят жилые дома, и только от наших котельных зависят жилые дома. Работаем не за благодарность, работаем на совесть. А люди наверняка благодарят. В преддверии длинной зимы магистраль сделала необходимый запас угля для всех своих теплоисточников. За доставку топлива предприятиям ЖКХ тоже можно быть спокойным. Красноярская железная дорога ежегодно обеспечивает углем теплоэнергетическую систему края, а также других регионов России. В этом году для нужд котельных и ТЭЦ уже доставлен почти весь необходимый объем, как и прежде, в минимальные сроки. Для поездов с углем на Красноярской магистрали всегда зеленый свет.